Дома. Нас не было, мы с мужем не дома были. Мы когда уже это все приехали, уже вся квартира была разрушена. На второй этаж получается вся квартира, вот это наша. Вот, а дочка вовремя успела, потому что получается через балкон она, комната у нее, и она от взрыва слышала. Вот, и это нам только, я считаю, повезло, что мы остались живы, потому что наша квартира, она получается удар отсюда. Сильные. Там вообще-то комната одна разрухалась. Этот балкон, там еще два окна, смотрите, это вот все наше. Так что нам просто повезло, я считаю, что мы остались. Потому что мы все время сидим в этой комнате. А получается у нас так окно и кровать сразу. Я с ним должен зайти. Там, где дочка? Нет, там, где я живу. А где дочка? Где? Да, он мне туда не попал. Где дочка?